Народ, нужна идея по замене узла, который у меня уже сделан. Все как бы хорошо работает. Вот этот узел, фиксатор. Вот, он фиксирует вот эту штангу, на которой у меня два видеорегистратора снимают. Один вперед, другой меня снимает. При закатывании в ангар мне эту трубу нужно всегда отсоединять. Вот так я отсоединяю. И вот в эту штучку фиксирую. А в полете, соответственно, перед полетом я ее поднимаю. Все как бы хорошо, но вот этот узел, он не дает стопроцентную фиксацию. И однажды у меня при посадке на поле с кочками труба вошла в резонанс и опустилась. Хорошо, она до земли не достает. Вот, поэтому, вот видите, веревочка здесь у нас пасется. Перед полетом я ее вставляю в этот узел и веревочкой вот так вот все для страховки приматываю. Ну, веревочка, это ж не солидно, правильно? Невиационно. Подкиньте идей. Какой-нибудь фиксатор от сундука, от чемодана, от чего там у нас существуют такие защелкивающиеся для трубы именно. Нужен фиксатор для трубы. Чтобы было все культурно и на 100% надежно. Накидайте идей, у кого какие мысли есть. Надеюсь на ваш креатив.